Андрюха, знакомый бампер. Все. Теперь он на месте. А у нас сегодня отправочки крыльев. Сейчас один комплект отправим, потом второй. Так, друзья, есть проблемка. Кто заказывал крылья? Реально потерял. Одни крылья я вот в транспортный уже отправил, выслал. Второго заказчика найти не могу. Проблема. Вот, пожалуйста, твои крылья. Пожалуйста, напиши мне в личку. Я их тогда, видимо, отправлю либо позже, либо завтра. Либо позже сегодня, либо завтра отправлю. Главное, напиши, пожалуйста, и найдись. Поехали, в общем, дальше. Но мы не только отправляли, еще и получали посылочку. Вот смотрите. Пожалуйста, держу двумя пальчиками. Легкая коробочка. Как вы думаете, что это может быть? Илюха распаковывает. Покажу вам еще. Новый прибамбас. Купили сегодня болгарку. Теперь мы сможем не ждать, да? В очереди будем пилить своей болгаркой. Так. Сейчас все будет. Так, Остапевич, город Екатеринбург. Так, все правильно. Не оглы там. Какой-нибудь, значит. Адресат нашелся. 100 баллов. Опа. 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 И вот оно. Даже наклеечки есть, смотри. Баттеры. Рейс баттери. Удивляются ручки. Это же, говорит, как у дочки на детском чемоданчике. Типа она, в принципе, здесь не особо нужна, потому что, ну, понимаете, да? Но реально супер легкий. Мне кажется, вот здесь даже 2 килограммов, которые написаны, их здесь нет. Ты качок просто. А, ну да, мы же сейчас в тренажерку ходим. А вот это Илюхин плейлист. Слушайте. Кошечка. У меня аж тачка заглохла просто. Кошечка. Нашел я здесь безменчик у себя. Чик, поднимаем. А вот здесь, смотри, написано должен быть. 1,6 килограмма. Я же говорю, меньше 2. Кайф. Продолжаю отдавать ваши заказы. Эту неделю я в городе. До субботы, по крайней мере, точно. Поэтому имейте в виду, пишите, звоните. Вечерами буду дома. После часов, наверное, 10. Днем все-таки будем в сервисе, поэтому пишите, звоните, там договоримся, чтобы уже все заказы вам отдать, вручить и на это уже не затрачивать свои ресурсы, время и так далее. Ну и чтобы вам было тепло. Ребят, что вы, плинтуса тоже месяцами, да, делаете? Да нет, шутки шутками. Наконец-то выделил вечерок, чтобы уже закончить.